Доброе утро! Сегодня я хочу сделать вот из этого чемодана, чемодан для хранения елочных игрушек новогодних. Вот, сначала я его вымыла, а теперь буду красить. Красить я его буду. Вот такая у меня фасадная водоэмульсионка. И вот так нужно покрасить весь чемодан. По бокам, везде. Ну что же, пришлось мне чемодан покрасить два раза. Ну вот он подсох. И сейчас я буду клеить салфетки. Салфетки. Нужно отделить все слои, оставить только вот этот верхний. Рисунки нужно обязательно вырывать, а не вырезать, потому что вырезанные будут заметно. Ну и развести клей ПВА примерно напополам с водой и клеить. Ну, сейчас посмотрим. От середины к краям. Вот очень удобная вот такая веерная кисточка. Так. Ничего сложного тут нет. Просто от серединки к краям. Ну, нужно, конечно, терпение. Вот видите, только сказала, ничего нет сложного. Получается криво. К сожалению, салфетка, конечно, вещь тонкая. Особенно поправить ее не получится. Ничего. В общем, нужно стараться, чтобы не было складочек. К сожалению, на улице очень холодно сегодня. У меня здесь освещение плохое. Так. Ну что, еще одна готова. Немножко криво легла. Ну что же, и продолжаем дальше клеить. Ну, как-то располагаете рисунки. У меня они все разные тут.
совсем разные. Вот, поэтому надо придумать, как их разложить. И также клейте. Вот, выгонять пузырьки надо, которые иногда получаются. Но у меня просто плохое освещение. Ну что ж, я поклею, потом вам покажу. Ну, дело двигается потихонечку. Дед Морозы, подарки, елки, игрушки. Вот что получилось. Но это еще не все. Еще по бокам нужно приклеить. Ну и потом дальше продолжить. Надо дать высохнуть. Я покрасила ручку и замочки золотой краской. Так, вот поклеила я впереди рисуночки. И по бокам. Вот. Так. С двух сторон по боковинкам вот я поклеила. Ну, теперь это должно высохнуть до завтра, потому что от воды, от краски что-то он весь разбух. Так, не нравится мне вот эта свечка. Которая бледная какая-то. Так. Сейчас я ее сделаю поярче. Так. Что еще можно? Ягодки очень блеклые. Так. Вот. Ну что же, давайте начнем украшать. Я решила не клеить всю эту мелочь, а прям на лак вот у меня есть универсальный. Так. Акриловый. Так. Прям буду губкой. Пробую. Мне так надо пройти весь чемодан. Нет, он так не хочет. Ну-ка.
будет он держаться? Будут ли они держаться на лаке? Ну, завтра посмотрим. Высохнет, когда все. Так, свет ужасный просто вообще. Отвратительный. Так, побольше. Так. Ну и вот теперь таким вот образом я буду проходить весь мой чемодан. Это чистый эксперимент. Ну, я думаю, что это все приклеится, конечно. Так. Не буду я отнимать ваше время. Потом сделаю, покажу, что получится. Показываю вам чемодан, который у меня получился. Вот. А храниться в нем будут украшения, которые я делаю сама на Новый год. Шары, ну и всякие украшения для дома. Вот такая елочка в рамочке. Вот теперь им нашлось место достойное для сохранения этой красоты. Спасибо всем за внимание. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь и будем вместе творить.